Бетон – это одна из самых больших змей на планете, по длине даже превосходящая анаконду. Он славится хорошим аппетитом и способен проглотить практически все, что угодно. Этот скальный питон вышел на охоту. Он еще молодой и только учится, как правильно хватать жертв. Конечно, тренироваться нужно на чем-то маленьком. И он заметил грызуна. Мышка пуглива и убежит при малейшем шорохе, поэтому он крадет беззвучно. Дар Барон сделал правильно.